Здравствуйте, меня зовут Литвинова Юлия. Я художник-самоучка, и ранее мне никогда не приходилось принимать участие в подобных конкурсах. Я с детства очень люблю животных, наверное, поэтому неудивительно, что большинство моих работ выполнено именно в анималистическом жанре. В особенности я люблю представителей рода кошачьих за их красоту, за их грацию, за их умение балансировать, за их ловкость. И каждый раз, когда я вижу какую-нибудь красивую фотографию, где изображено мое любимое животное, мне хочется перенести его на холст. Конечно же, вложив туда частичку своей души и частичку видения этого животного, как я его вижу и воспринимаю, как я его чувствую. Обе мои конкурсные работы и «Альпийское утро», как я это назвала, и «Тигра». Я выполнила в классической лессировочной технике живописи. Я очень надеюсь, что вам понравятся мои работы. Всем хорошего дня и удачи. Пока!